Добрый день. Сегодня поговорим о муфтах для штукатурных станций. Муфты мы будем разбирать по производителям, разберем те основные, которые есть на рынке, покажем, и что происходит с ними в процессе работы, для чего и как состоит их назначение. Возьмем муфту, то есть здесь происходит фиксированное у нас валы, которые выходят на мотор редуктора. Он бывает разного диаметра, 25-й, 30-й. Дальше вот эти вот болты затяжные фиксируют. Выше, ниже, красным песней вставляется у нас смесительная спираль. У каждого производителя чуть свои размеры, чуть свои их. Сверху посмотрим, что различные смещенные диаметры. Что же у нас происходит? Основная проблема, которая возникает, возникает это место, когда появляется спираль. То есть если вот посмотреть, мы с вами можем увидеть большую выработку. То есть спираль именно запуска из-за большого момента начинает выбивать здесь металл. Здесь, вот здесь вот мы видим с вами. Но это влияет дальше на работоспособность. И вот надо менять. Если вам интересно, зачем, как это влияет, это надо выбирать ваши производства дальше. Не допускайте, не доводите свои мультики до таких критических выработок, меняйте вовремя. Хорошей вам работы, удачи!